Так, всем привет. Так, всем привет. У нас здесь Ford Mondeo Ford Transit 2.0 TDCi 2006 года. Вот, проблема была. Перелив первой форсунки работала, троила на холодную. Когда заводилась, трясло ее. Вот. Суть в чем, нашли, пока не решили проблему. Очень серьезно хочу обратить внимание на подачу на фильтр, который здесь. Все, которые уже выходят со строя с быстросъема, менять. Либо менять на резиновые, как мы поменяли, вот подкачку поставили с грушей. На хомуты ее поставили, вот тут все захомутили конкретно. Здесь тоже поставили хомутик. Но этого недостаточно, груша как-то ослабляется. И где-то подсос воздуха. Я рекомендую менять всю обратку, всю, которая от насоса идет отсюда вот, и до фильтра, и полностью подачу, и быстросъем, который идет от фильтра напрямую на бак по обратке. Все менять, ставить желательно грушу, потому что если вы станете в дороге, у вас не будет груши, это нужно будет развоздушивать только путем откручивания вот этих вот гаек. Вот. Ну и как бы это ускоряет как бы развоздушку, и вы проверяете, как бы есть у вас воздух или нет. Рекомендуем еще ставить прозрачные. Ну, они не на всех есть, как бы, машинах. Кто хочет, тот ставит, кто не хочет, тот не ставит. Желательно, конечно, ставить прозрачные шланги. Вот. Ставьте оригинальный фильтр. Вот. Проверяйте, где есть воздух, устраняйте. И, в принципе, все, машинка будет заводиться прекрасно. Ваню, заведи, как заводится. Все отлично. Все отлично. Все, всем удачи. Благословения. Пока.